Так, ветерочек небольшой присутствует. Ладно. Там чаек 5 штук прилетело, села. Доброе утро всем, друзья. Мы все, позавтракали. Кто кашицей, кто яйцами. И так далее. Сейчас мы с Денисом собираемся и пойдем до другого озера, где там ручевина, где капканы стали на бобра. Две ночи прошло, пойдем посмотрим, что там. Это мы что, ну 6 километров туда, да 6 обратно. Туда пройдем так, ходом. На обратном пути будем, попробую рябчика посвистеть. Ребята тоже сейчас собираются, завтракают, плывут джерлисы, снимают. И они сегодня домой. Мы больше их сегодня не увидим, сейчас только с утра. Как-то вот так. Ну все, давайте увидимся. Судя по палкам, их нифига, да? Я думаю, все руки не палки сбились бы. Думаю, все руки не палки сбились бы. Нет. Не, это бревно было вчера. Фу, ну куда мы стояли? Эту белую я тоже не видел. Вот сюда-то. Здесь кто-то вылазил, он видно. Как всегда, друзья. Как оно обычно бывает, камера села, когда доставали. Ну вот маленький бобрик попался. Кто-то говорит, а, капкан не выбирает. Субтитры
бобрик попался маленький, ну и черт с ним. Сейчас перекусим. И пятерочку еще обратно. Больше, наверное? Ну, больше. 6. 6, наверное. Сегодня без буксировщика. Так, пешочком. Еще не желез, ничего сегодня не проверяли. Это надо еще успевать на вечером до темноты. Еще успеть желез и проверить. Успеем, нет, не знаем. Светить сколько, 2 часа надо. Бля, мошкара. Пиздец, октябрь месяц, мошкара, да? Сегодня смотрю. Вчера 10 было. Середина октября 10 градусов было вчера. Сегодня не смотрел. Мне кажется, ничего. Что-то тепло, блин, да? Да, никогда не было в октябре этих лосиных этих. Середина октября, ни хрена себе. Так, Олег, у нас работка. Телефон держим правильно. Пацак. Опа, вот она. Профессионально. Правда, со второго дубля. Одна ушла. Бля, у нее там тоже как кишки уже торчат. Вот она. Не знаю, как заснял, потому что внимание на рыбу обращал. Ладно, хорошо. Друзья, смотрите, какой отборный лес. Тут лосик ходил уже давно и тоже ходит. Вон это, блядь, делайте. Так. Все здоровее, да? Ты здоровый. Такой же, да, вот здоровый, вообще здоровый. Ну как и тот большой. И поменьше есть рядом. Короче, тут недалеко от озера от нашего. Бродят, короче. Ну, подразумеваем, волчица с волчонком. Заходили тут. Тряпчики свистели, не свистит, не кричит, не летит. Ну, мы долго не это, некогда, короче, нам. Надо быстрее добираться до избы. Как-то так. На следов куча волчек. Все идут туда, в сторону деревни. И вообще с ними. Вот она, присосалась. Как кровососка лосиная, оленинная. Че, все? Убираю ее, да. Друзья, все, мы на базе. Сашек нету, уехали. Домой. Супа нам наварили, блин. Суп сварили, да. Успели суп сварить еще. Ну и судя по головам, они 5 щучек сняли утром. Мы-то ничего не проверяли. Они вот проверили.
Голову не брали, голову нам оставили. Мы сказали, мы копченые закоптим, копченые едим их. Они не едят их. Это 12 километров прогулялись. Так, ладно, на обедать и гнать нам желези проверять. Я правда не буду говорить, сколько у них желез было, сколько и у нас. Если где-то был перчик бросить, не переборщить. Наверное, переборщил. Ложку, ложку. У меня нас есть тут на столе, нет? Нет, не вижу. Где взять? Так, Саньки молодцы, будете видос смотреть. Там варить хоть ничего не надо. Сейчас по-быстрому. Раз-раз на газе все разогреем. Вот оливковый. И погоним. Нормально? Друзья, камеры забыли, плаваем железы, проверяем. Вот у нас есть размотка. Сейчас подплываем, проверяем. Денис попробует меня тут на телефон заснять. Давай, подплывай. Только что она дергалась. Может быть, ушла скотина. Держи. Это есть? Что-то надо. Давай, вылетай. Не хочешь помочь? Куда? Не умеет мой. Тут тянет твои. Что, взял? Что не взял, не увидел, не выйдет. Лови руками, бери ее. Опа! Нифига себе. Хорошая. Больше двушки-то. Да. Да у ребят и не двушка была, тоже здоровая. Ну это четверочка, наверное. Да нет. Че нет-то? Ну давай трешка, не больше. Эй ты, блин. Все, дела пошли. Все, пауза. Ну, друзья, подплываем, еще одна размотана. Только что нитка была, дергалась. Но там я не пойму, она не полностью что ли размотана или что? Или намотала как-то, непонятно. Сейчас попробуем. Повторяюсь, камеры забыли в избе, я снимаю на телефон. Да, он не полностью размотан, наполовину. Ну, что-то сидит, мочи парень какой. Не щупарить. Более-менее. Ну, я думаю, что съедобно. Съедобно. Ну так-то да. Ну что, нормально? Нормально. Пауза. Видно меня, друзья? Видно. Фонариком свечу, на улице все, темень, Радио России базарит. Сейчас делаем костер, чистим рыбу, на ужин будем, там у нас картошка, макароны еще,
варить ничего не будем, будем доедать. Вот такой у нас сегодня насыщенный день. Туда сбегали, тут проехали. Ну ничего, нормально. Давайте за ужином встретимся. Кто картошку доедает, кто макароны. Паштетик открыли. Короче, все, ужинаем. День сегодня капец, устал что-то я. Ты будешь что-нибудь? Нет, нет. Я хлеб не буду, нет. А, еще же. Лечу. Сейчас похаваем, позвоним ребятам. Позвоните ребятам, на, как доехали, добрались. В округе где-то 5-6 болот. Короче, на одном только есть клюква, и то мелкая. Больше нигде нету. Вот, друзья, такими ножами Денис пользуется. Опинелька 10-я. И, ну, простонародье, что ты говоришь, алмазка, да, а так ХВ-5. Оба ножа ему нравятся. Я не помню, как он называется. Соболь. Ну, это заказывал. А, да, ну это жена подарила. А тут двое. А тут друг. Потел уже. Да ты что, цвет? Ешь, потей, работай, мерзни. Поменял камеру, что-то не понял, та что-то вроде. Дисплей смотришь, что-то как будто все запотело, а на самой камере, на объективе ничего вроде нету, не понял. Да, в принципе, что, ладно, все, мы дальше выжинаем. Туда-сюда базарим, и мы с вами уже увидимся завтра. Так что, как я и говорил, не переключаемся. Тут еще умывальника, короче, ленту тоже сделал. Нормально. Да. Друзья, у нас утро нового дня. Завтракали. Сегодня планы какие? Сейчас едем, проверяем жерлицы. Потом приезжаем, обедаем, делишки туда-сюда. И часа в 4, 3:30 опять выплываем и все снимаем. Вот такие планы на сегодня. Вечером там хотим баня. Рыбки надо чуть-чуть покоптить.
что там две щучки попалось, может сейчас еще что попадется. Как-то вот так вот. Будем снимать все. Шесть градусов. Друзья, мы на озере. Проверяем желечки. Включился. Одна размотана. Вон оранжевенькая у нас красивая. Ты давай боком сюда. Прямо туда может где нитка ездить, взять, уменьшится. Вон она идет туда. Но она что-то слабовата. Она слабовата. Ветром ее так, да. Да, вон живец там. Весь покосанный. Гуси что-то сегодня полетели. Три стайки уже видели, прошли. Ветер немножко сменился. Так дул все время юго-запад. Сегодня дует юго-восток. Вот такой небольшой. Еще, друзья, размоточка. Она под поленом. Вот такие вот дела. А вон щучка-то есть. Да. Опа, тихо, блядь, дай-ка. А, куртку, сука, всю замочил. Ладно. Так, все теперь надо как-то аккуратней. Фу, блядь, всего обрызгало, блядь. А? Я их хочу. О, размотал нахуй. Опа, и такое тоже больше килограммчик, блядь. А, блядь, всего обрызгало рукава, замочил, блядь. Фу. Не знаю, друзья, что там в камере. Нормально, нет? Короче, вот такую мы взяли. Нормально. Я тебе говорю, что тут может ее снять. Я ходовая, так. Небольшая, да? Ну. Даже поводка не видно, поводок там аж весь, блядь. Ладно. Где гусь? Вон еще летит. Шестая, десятая, наверное, уже летит сегодня. Что, снимать будешь ее? Смысл тут ее оставлять на колу? Колу-то выдернул уже почти. А такая маленькая она. Наверное, за корягу за какой-нибудь стопудово. Сгорел, блядь.
Что-то есть? Чего? Кол? Потоньше. Ты не можешь свернуть, только дам. У меня вон она. Пусть вон она. Может туда подгребсти-то? Хорошая. Намутило, блядь. Уйдет, блядь. Жалко будет. Так я говорю, что она тут, ну это... Опа, ух ты, хорошая! По башке ее, надо нож. Он этим местом, он, блядь, наколоти ей, на. То она сейчас тут встанет, дергаться. Все, успокоил? Чуть-чуть, да. Ладно, сейчас хвастаться не будем, потом мы. Опять? Сейчас этот хрен ты вытащишь, жена. Да? А? Я не знаю. Ставим, блин, за коряги, тут столько этих коряг, блин. А, ну да. Не будем ставить. Там он стоит, если что, он рядом. Да. Тоже может быть такая же, да, была, блин.